Всем доброе утро. Хочу сегодня снять такой утренний влог. Только что сын был отправлен в школу. За моей спиной вот такая вот прелесть, наше лебединое озеро. За моей спиной опера, но она здесь не видна, она в той стороне. У нас еще, в принципе, тепло. Вот мой наряд дня. В юбке я, в майке. Днем вообще бывает тепло, разгоняется до 28 градусов. Я сейчас жду свою подругу Анну, чтобы мы пошли погулять. Ну, в кадр я ее всовывать не буду по ее просьбе, но утренний Ереван я поснимать очень хочу. Вообще очень люблю утренние часы. Именно во время этих прогулок можно привести мозги в порядок, обдумать какие-то вопросы. Просто подышать чистым воздухом, пока машины его не изгадили в конец. Что у меня, какие у меня планы? Значит, в конце недели у моего сына день рождения. В связи с этим я вчера пошла в одно место, где он будет его отмечать. Ну, мы с ним уже поняли, что он мальчик взрослый у меня, и, соответственно, всякие детские кафе с клоунами и дурацкими всякими шоу-программами уже не наш уровень, да, как бы. Праздновать день рождения он хочет с ребятами из предыдущей школы, у него там 3 друга было хороших. Правда, в новой школе он тоже с ребятами очень неплохо общается. Но пока что одного месяца, сами понимаете, не так достаточно, чтобы ребенок прям на день рождения кого-то пригласил. Ну, в принципе, я особо не напирала на него. То есть я говорю, это твой день рождения, ты сам решаешь, кого приглашаешь. Вот. Но он сам сказал, нет, я в этом году хочу со своими старыми друзьями. Ой, прям солнце в глаза слепит. А уже на следующий год пригласит кого-то из нового класса. Так вот, в этом году мы решили сделать очень необычный день рождения. Мы решили отметить его в музее науки. Детский музей у нас есть, называется «Маленький Эйнштейн», «Маленькие Эйнштейны», вот. Там проводят опыты по химии, физике, и внутри прямо музея можно организовывать празднование дней рождения. Там мне вчера показали разный этот прайс-лист на разные виды программ развлекательных. У них есть там делать мороженое, опыты с жидким азотом проводить и с разной едой. Но я выбрала ему алхимическую программу. Простите. Там будут всякие фокусы с химическими веществами проводить. Это тоже будет очень и очень интересно, потому что это все будет выглядеть крайне волшебно и необычно. Поэтому вот так мы будем отмечать наш день рождения. День рождения будет исключительно мужским, будет мальчишник. Вот. Вот. Так что вот такие вот новости.
дорогие мои друзья, вы своими глазами увидели, что творится с нашими старыми домами, которые, собственно, являлись историей Еревана, и без которых Ереван уже не будет тем Ереваном, который мы любили с детства, который принадлежал нашим дедушкам, прадедушкам. Нету больше этого Еревана. Есть вот это. Я не могу сказать, что эти дома уродливы, но в них нету ни души, ни сердца, ничего. И то, что вот это все будет когда-то разрушено, и это слово «когда-то», в принципе, относится к совсем ближайшему будущему. Вот здесь я фотографировалась. Вот в этих вот прелестных деревянных воротах. Там я зашла в дворик, оттуда доносились голоса, смеялись женщины. Ну, день начинается, утро, но, конечно, зрелище весьма депрессивное и печальное. Но я, поскольку обещала вам показать, что же творится со старым Ереваном и что с ним вообще делают, ну, я выполнила свое обещание, хотя, конечно, настроение у меня резко испортилось. Ну, что уж тут поделать, надо это принять как должное, жить дальше. Вот. Ну, может быть, еще немножко вам поснимаю утренний Ереван сентябрьский. Всем, у кого холодно, посылаем вам армянское тепло. И оставайтесь со мной.